Привет всем, с вами Непл. Сегодня мы будем обозревать игру Sonic All-Stars Rocket Transformer. Игра дает возможность участвовать в гонках и в роли Соника и других знаменитых персонажей, устремляясь по трассе по воздуху и по волнам. Но Соник не только просто ездит на машинах. Машины могут трансформироваться в катер и даже в самолет. У игры очень красивая графика, никогда еще не в мобильных трансформах не было таких увлекательных игр. Также в игре есть легендарные гонщики, их можно выбрать, доступно 10 штук. Их будет больше с каждым обновлением. Чтобы сделать игру увлекательнее, был создан режим круговоротного путешествия. И еще одна маленькая новость. В этой игре доступен коллективная игра, то есть вы можете в мультиплеер играть с друзьями. Ну а с вами была Энэппл. Подписывайся на канал, ставь пальцы вверх. Пока!